Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, проспект Антонова, 18. Посмотрим, что сегодня здесь продают. В продаже есть ящики для домашних растений. Ящик большой, объемом 9 литров. Он с поддоном и с прикорневым поливом. Производитель Россия, стоимость 101,50. Появилась новинка в магазине «Светофор». Это миски из нержавеющей стали. Они объемом 5,2 литра. Миска в наборе идет с крышкой, с круглой. Крышка, кстати, очень плотно держится в миске, что очень удобно. Производитель Китай. На выбор крышечки есть разного цвета, всего 5 вариантов. Стоимость 328 рублей. Еще одна новиночка. Здесь есть салфетки вискозные, универсальные, в рулоне. 220 штук их вот в этом рулончике. Очень плотный, большой рулон. Подходит для мытья окон, для уборки на кухне, в ванной и даже в автомобиле. Хватит, как обещает производитель, на 6 месяцев использования. Стоимость 133 рубля. Из мебели в продаже есть столы кухонные, они называются «Стандарт». Этот стол со столешницей из ЛДСП на металлических ножках. Размер 112 на 59 на 79. Вот так он будет выглядеть. Здесь он продается в разобранном виде. На выбор есть два цвета, молочный и вот такой темный. Стоимость 1677 рублей. В продаже есть еще и вот такие столики журнальные с круглой столешницей на металлических ножках. Столешница диаметром 65 см, высота стола 46 см. Этот стол прекрасно впишется в любой интерьер, подойдет как для чаепития, так и для работы за ноутбуком. Максимальная нагрузка на стол 60 кг, в наличии два цвета, ясень белый и ясень черный. Производитель, как уже сказала, Россия. А это садовая скамья со спинкой. Она, кстати, на металлокаркасе, сиденье и спинка изготовлены из массива сосны. Продается она вот так в разобранном виде. Упаковочка небольшая, прекрасно можно увезти в своем автомобиле. Цена 1690. А это стол универсальный. Называется он «Универ», изготовлен из ЛДСП. Размеры 100 см на 53, высота 143 см. В наличии цвет венки темный. Производитель Россия. Стоимость 2498 рублей. В магазине «Светофор» по 971 рублю есть вот такие ковры. Они называются «Шеги». Размер 80 на 120, расцветка в ассортименте. В составе идет полипропилен и основа из ПВХ. Цвета все очень красивые. Также еще одна новиночка в этом магазине – это швабра с насадкой из микрофибры. Она с длинной рукоятью, вот такой, которая не складывается. Кстати, рукоятка идет, по-моему, металлическая, длиной 110 сантиметров. Производитель – Республика Беларусь. Для сухой и влажной уборки. Стоимость такой швабры в этом магазине 193 рубля. Здесь их в наличии много еще. А еще в магазине «Светофор» можно приобрести вот такие панели из ПВХ. Здесь два варианта. Есть вот такие белые глянцевые и матовые бежевые. Они немножко даже по рисунку отличаются. Размер панели 47 на 47 сантиметров. Производитель Россия. Цена 53,80. Ведра хозяйственные привезли на 12 литров. Они темно-зеленого цвета. Производитель России, Республика Татарстан. Подорожали, конечно, ведра. Сейчас они стали 70 рублей. А это наборы корзин. В наличии два цвета. В этом наборе три корзины разного размера и всеми с крышками. Цена 322 рубля. Также есть миски с крышками. Тоже набор из трех штук. В наличии два цвета. Производитель Россия. Цена 177 рублей. А это настенная сушилка для белья. Она с механизмом гармошка. Здесь 5 прутьев длиной 60 сантиметров. По цвету есть два варианта. Есть еще такие белые. Максимальная нагрузка 10 килограмм. Изготовлена из стали и пластика. Производитель Россия. Город Ижевск. Стоимость такой сушилки в магазине «Светофор» 548 рублей. По новой цене также привезли еще вот такие тазы пластиковые, круглые, с ручками. Объем этого тазика 14 литров. Производитель «Россия». Цена 99 рублей. А это вешалка напольная на колесиках. Она передвижная. Размер 80 на 42 и высота регулируется с 95 см до 160. В составе металл и пластик. Производитель «Китай». Цена 507 рублей. Также есть сушилка напольная, металлическая, с распашными створками.
такая вот она тоненькая. Производитель Россия. Размер 166 на 53 на 87 сантиметров. Цвет только серый, в наличии цена 592. А это этажерка трехъярусная угловая на колесиках. Она сборно-разборная, изготовлена из полипропилена. Производитель Россия. Размер 38 на 30 на 58. Цвет только такой в наличии. Стоимость 358. В магазине «Светофор» в продаже появился шланг садовый поливочный, который увеличивается до 3 раз с 10 метров до 30 метров. Растягивается он в длину при поступлении воды и автоматически возвращается в исходный размер. Не перекручивается, не заламывается, не путается, сверхпрочный и износостойкий. А в комплект еще входит и распылительная насадка. Производитель Китай. Стоимость 549 рублей. И вот как раз покажу вам, как выглядят его наконечники. Это вот один конечек и второй с распылителем. Кстати, у этого распылителя 5 режимов работы. А еще здесь в наличии есть вот такой укрывной материал, армированный, универсальный. Размер 2 метра на 10 метров. Плотность 150 микрон. Производитель Россия. Он, кстати, всесезонный. Зима-лето. Цена 421,80. В этом магазине продаются сковороды ВОК очень хорошего качества, толстостенные. Это литая посуда с антипригарным покрытием, диаметр 28 сантиметров. Имеется бакелитовая ручка, производитель Россия, цена 999. Также есть тарелки суповые диаметром 22 сантиметра с очень красивым декором листья. На выбор есть два варианта, белые и вот такие еще черные листья. В составе натрий, кальций, силикатное стекло, цена 94. Также есть бульонница с ручками, диаметр 13,6 см. Она из тонированного стекла, называется дымка. Стоимость 70 рублей. И покажу вам еще вот такой салатник, тоже из тонированного стекла. Салатник объемом 510 мл. Производитель тоже Россия, город Москва. Стоимость его 90 рублей. В наличии есть кастрюля алюминиевая с крышечкой, объем 3 литра, качество очень хорошее, производитель Россия, завод Демидовский, стоимость 263. Также есть кастрюля объемом 5,7 литра, они уже изготовлены из нержавеющей стали, в комплекте они идут со стеклянной крышкой, в которой имеется отверстие для выпуска пара. Подходит для всех видов плит, цена 628. Кружка геральдическая лилия, изготовленная она из керамики, объем 360 мл, производитель Китай, цена 63. Также в продаже есть наборы столовой посуды, здесь всего 18 предметов, 6 вот таких салатников объемом 1 литр, 6 тарелочек овальных 22 см и 6 кружек из опалового стекла, 300 мл объем. Производитель Франция, люминарка, цена 1277. Также есть вот такие сервировочные тарелочки из опалового стекла торговой марки Люминар. Длина тарелочек 33 см, в составе опалового стекла, производитель Франция, цена 217. Разделочные доски в наборе по 2 штуки разного размера с ручками, они изготовлены из фанеры, производитель Россия. И смотрите по цвету, они здесь немножко отличаются, есть светлые и темные, цена 146 рублей. Также есть вот такая многофункциональная разделочная доска, она складная. Размер ее 40 на 30 на 3 сантиметра, в разложенном виде она уже будет 40 на 30 на 14 сантиметров. Имеется отверстие для слива воды, очень удобная миска будет, если разложить ее. Производитель Китай, два цвета в наличии. Овальная форма для запекания торговой марки «Люминарка». Она изготовлена из жаропрочного опалового стекла, размер 32 на 20 сантиметров. Объем 1,9 литра. Производитель Франция, цена 329. Также в продаже есть вот такие маленькие салатники размером 15 на 14,3. В составе опаловое стекло, производитель Италия. Стоит 74 рубля. И есть салатники большие. Они объемом 2 литра, тоже из опалового стекла изготовлены. Производитель Италия, цена 210. Из этой же коллекции посуды есть тарелка суповая. Размер 23 на 20,5, тоже в составе опаловое стекло, красивые тарелочки, стоимость 133 рубля. И есть тарелка обеденная, размером 27 на 23,9 сантиметра, бармиоли роком. Стоимость ее 112 рублей. И тарелка десертная,
размером 21,8 на 19,4 сантиметра. В составе также опаловое стекло. Стоимость 90 рублей. А это набор из салатников. В наборе 6 салатников объемом 400 мл. Очень красивые салатники. Они прозрачные, но дно у них цветное. И получается, что салатник с оттенком. Все салатники разного цвета, цена 334. А это форма для запекания торговой марки Marinex. Она изготовлена из жаропрочного опалового стекла, диаметр 28 см, производитель Бразилия, цена 257. Новинка в магазине «Светофор» – это зубные щетки средней жесткости. В упаковке их 5 штук, все они разного цвета, цена 40 рублей. Также в продаже есть воск-спрей для укладки волос торговой марки Sendo. Этот спрей с кондиционирующим эффектом, цена 77 рублей. Детский крем для мамы и ребенка. Он с экстрактами ромашки и алоэ. Здесь объем 250 мл, цена 66. На сегодня у меня все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Пока-пока!